Ну, потому что даже ученым иногда бывает трудно признать, что Бог есть. Очень трудно себе признаться в этом, хотя бы предположить. Итак, веды предполагают, не предполагают, а утверждают, что каждому человеку очень трудно признаться, что Бог есть. И сравнивают это, знаете, с чем? С тем, что очень трудно признаться себе, что ты не прав, потому что это та же самая сила тебе об этом говорит. Вот, допустим, каждый человек знает, в чем не прав близкий человек. Вот я недавно молился, и у меня в сердце откровение пришло. То, что я считал нормальным, вдруг я увидел, что это, ну, плохо. Вот я вот обычно я живу, что-то делаю обычно, и в какой-то момент раз, мне откровение в сердце пришло. А это необычно, это ты считаешь, что это обычно, а это плохо. И знаете, интересный результат этого откровения? Те люди, которые реагировали на меня вот в этом плане, и я считал, что они неправы по отношению ко мне, стали правы, а я стал неправ. Удивительный переворот произошел в сознании в результате этого. Видите, есть какая-то штука, которая мешает понимать, в чем я неправ. Эта штука означает борьба с голосом совести, борьба с Богом по факту. Ну просто, видите, мы сейчас эту тему изучаем.